Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей и игрушка под названием Чучел. Чучел. Про какого-то непонятного зверька, какое-то непонятное создание, что-то круглое, мохнатое с руками и ногами. Это что, это справка? Напои чучело. Так, это... Ага. Это будильник был, хорошо. Напои чучело, допустим. Что это было сейчас, я не понял, короче, какая-то загадка, что-то куда-то пролить, что-то куда-то нажать, что-то должно заорать, что-то должно запищать, слон, будильник. Я так понимаю, это какой-то квест, да? Хорошо, я понял, окей, поехали. Ах, вот оно как, допустим. Теперь ты должна... Да, в ту сторону. Давай. Блять, это очень странно. Что за херня? Почему это... По-моему, в Стиме есть какой-то развод. Прикол в том, что есть версия вот эта за... 200, по-моему, или 300 рублей. А есть версия специальная вишен. А, у меня отобрали вишенку, ну конечно, я понял. Версия, наверное, в которой не отбирают вишенку, стоит на 100 рублей, вроде как дороже, если что. На 100 рублей дороже стоит версия, в которой у тебя вишенку не отбирают. Замечательно. Это, короче, это какой-то желудь или что это такое? Что-то... Пойдем возьмем вишенку. Короче, это какие-то... Воу-воу-воу! Это лысый еж? Иди нахер отсюда, отдай мою вишню, ёпты! Хватит бить. Я ухожу от тебя. Ты мне не нравишься, все, уходи. Это загадки, какие-то загадки. Это загадки-головоломки. Очень веселые, непонятные загадки. Ну, мы с тобой загадки любим. В головоломках мы... Но не надо плакать, сейчас все будет. Мы с тобой в головоломках вообще просто, я не знаю, самые лучшие головокорешатели. Вообще, на Расти Лейк прошли за одну серию все четыре части. Ёпта, ну. Это что-то типа ледникового периода, где Скунс постоянно находится за орешком, будем постоянно находиться за вишней. Что у меня с глазом, не знаю. Отдай. Коротковато, говорят. Хорошо, коротковатка, значит, нужно бить по дереву. Удариться в дерево. Я хотел удариться в дерево, чтобы она упала. Ты слышишь, ну-ка отдай мою вишню, ебана полена, я тебе сказал. Серьезно, красиво. Я не понимаю, что за хуйня. Подожди, у меня... лысый! Ворюга! Ворюга, мать твою! Отдай вишню, сука! Опять тебя ужмет, смотри. Опять ужимает мою вишню. Слышь, ты лысый! А, это было вступление. Короче, какой-то лысый ежик постоянно ворует мою вишню. Подожди, нужно привыкнуть к тому, что здесь происходит какой-то форменный пиздец. Это нужно обварить, это нужно обмозговать, это нужно немножечко обдумать. Именно так. Хорошо. Коктейльчик. Все, пацаны. Генджабоб? Слышь, Генджабоб, отдай-ка мою вишню, то быстренько, Генджабоб. Давай поговорим с Генджабобом. Алло? А у вас там моя вишенка это застряла, отдайте, суки. Пиздабол. Сказал пиздабол. Нет никакой вишни. А теперь ты давай, лысый, разговаривай. Поговори. Ну-ка, победи с ним давай. А это типа друган мой теперь будет. Бесполезно. Давай закинем его туда. Выдери ему волос, он разорвется, он испугается, и все будет нормально. Выдирай волос. Конечно же, естественно. Хе-х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 е
блять, происходит? Давай ты сам туда залезешь. Пошли сами. А, так это ничем не отлича... А, ну это без... Окей, волос не нужно было выдирать, я понял, поехали. Хорошо. Да не надо выдирать волосянку-то ему, ну мы же уже решили, что это не то. А, нет! Ех, блядь. О, это что такое? Тут много решений одного и того же вопроса. Здрасте, блядь. Давай вверх поднимем его. По-моему, это бесполезно, он слишком хорошо сидит. Зачем? Ты же мог сейчас длинными руками залезть внутрь и достать вишню. Зачем? А чё за нос, его нельзя дернуть? Надо дернуть его за нос, открыть его рычаг. Так, окей, вариантов здесь, в принципе... Варианты новые появляются? Спасибо, спасибо. Но лучше бы ты мне вишню выдал. Так, теперь забираю флаг, окей, этот, который указатель. Бля, что за трэш вообще творится в этой игре? Ебай, кругляш. Нормально у него руки длинные, да? Доставай, в конце концов. Вот, ну, наконец-то, вот. И теперь... С помощью этого флага. А ему не больно? Просто как бы человеку в голову вставили палку. Причем не острую, не гарпун, ничего. Просто вставили палку. Давай теперь ты туда поедешь. Спрыгни и открой. Спрыгни и открой. Смотри, спрыгни. Ну, конечно же, есть... Ой, как было так лаги. Ну-ка, сука, не трогай вишню, тварь! Вот скотобаза, ты посмотри. Вот скот... Здесь только так оставалось делать, если честно. И это пиздецовая игра. Но она меня устраивает полностью. Меня полностью устраивает. Почему бы им просто... Ну, с другой стороны, да. Давай заменим тебя на вишню. Нет, мы должны заменить тебя на вишню, придурок. Почему ты вообще с ним общаешься? Он ворует твою вишню. Давай его оставим где-нибудь. Ну ты чё не попал-то, ну? Чё не так? А куда ушел ёж? Это магнит... Вишневый магнит? Что это? Помогите, только что было сказано. Помогите, пожалуйста. Мой мозг отказывается это понимать, блядь. Это погоня как на такси, да? Давай быстренько за ним.
Пиздец. Это слишком. Это, блядь, слишком. Окей, за экран нельзя вылетать, я понял. Хорошо. Да, блядь, затрышатина творится. Куда улетел этот пиздрон? Ну-ка, верни мне мою мишню, собака. Нет, да я не вылетал туда, я только краешком желуди закинулся, ну. А ты скотина, хорош, ну потопа. Во! Ну, ебаный Флэппи Бёрд. Бляха, игрушка слишком трешна. Мне кажется, это перебор. Я не понимаю, что здесь происходит. Надо вот такая... Блядь, так вверх ногами, окей. Хорошо. Да, да без проблем. Мне хоть в другую сторону перевернись. Тихо. Аккуратно. Спасибо. Куда он улетел? Фу, блядь. Хватит меня высирать, ты что делаешь-то? О, а так можно было? Я думал, это небо, типа... О, ну конечно, ага, не надо. Нет, не-не-не-не. Почему я выбрал именно этот? Спасибо. В другую пойдем. Спасибо. Вообще no problem. Куда эта скотина свалила? Как она так быстро все эти испытания преодолела? Хотя она же маневрирует, у нее там нормальный полет, а у меня-то только вверх-вниз и все. Пиздец, я вообще ничего не вкуриваю. Но мне нравится. Ничего не вкуриваю, но мне очень нравится. Да хорош. На чем он вообще летит? Это доска или что это? Что это за херня? В смысле? Ой, блядь, вот это да, это... Забирай себе. Забирай себе, забирай себе, блядь! Сейчас жахнет! Кувак-викло? Все вполне логично, все так и должно было быть. Я каждый день такое вижу. Да, вишня застряла на люстре. Ну, блядь, с утра просыпаешься обычно, знаешь, выключаешь будильник и снимаешь вишню с люстры. Так всегда. Давай я покручу что-нибудь. Без проблем, давай потеребим улитку. Откройте, пожалуйста, мне нужно с вами поговорить. Привет. Как чё? Давайте улыбнёмся. Ах, я вообще ничего не соображаю. Там нарисованы стрелочки, мне ходить нужно. Нарисованы стрелочки теперь. Ёсь, блядь. А, да, смотри-ка. Ага, мне не нужно. Или нужно?
Ага, все, я понял, понял, окей. Не-не-не, все, я понял. Не нужно обижать зайцев. Извини, зайцев нас нужно обижать, я же не специально. Ой, а можно сразу по два обижать, хорошо. Замечательно, обижу сразу по два, вообще без проблем. Свинота, блядь. В смысле? Синего дай. Красиво, двоих сразу раз. И сюда двоих, раз одного, ладно, хрен с ним. Эй! Ты что, собака, попутал, что ли? Ты что делаешь-то? Так нельзя! Ни хрена себе вытворяют! Не надо мне так делать! Ты понял? Прям снизу на меня парирует. Хорош, ты так не делай ни хрена. Еще что ли? Да, я на твоей весь так не радовал. Спасибо, он вернул мне истинное предназначение, спасибо. Красный теперь, хорошо. Да, блядь, хорошо, давай. Ой, игра с боссами. На, собака! Синего вернул мне быстро, синего мне вернул быстро. Спасибо. Ах ты ж сволота! Ах ты ж собака! Ха-ха! От меня, сука, не уйдешь! Не надо черным, спасибо, зеленый! Да, что ты, сволочь! Зеленый, давай! Спасибо, хорошо. На вот! Уделал! Уделал злюху, бляха, разноцвилку! Радужный упырь! Спасибо. Спасибо. Мне дали медальку как лучшему галаксиноиду или что это. Так, а там еще какие-то уровни были. Сука, трешатина, блядь. Трешатина какая хорошая, охереть. Не понимаю этой игры. Так, отлично, пойдем во второй вход. И... Ну, можно и так, мне не страшно. Так, это Пэкман. Окей, я за кого играю? Ага, я играю за это, окей. Пак-пак-пак. Ага, мне нужно все вишенки сделать, окей, я понял. Это логичная игра. Логическая, окей, игра на логику, вообще без проблем. Это пути, все зарисовки, повороты, углы, медиана, гипотенуза, это все про меня. И мне нужно на них еще не попасться, да? Окей. Окей. Хорошо. Главное, чтобы они ходили друг с другом, а я ходил за... Вот это нечестно сейчас было! Так, а я что за вишневый экстракт? Это чтобы они все вишенками стали? Неплохо. Судя по всему, да. Точно. Хорошо. Опа, вот это хуёвенько. А в смысле? Хорошо. Но это Пэкман. Это Пэкман. Или как мы его в детстве называли? Пэкман. Пэкман. Потому что Пэкман не звучит. Пэкман это что-то не наше. Понимаешь, Пэкман это некрасиво звучит. Тихо, а что происходит? Хорошо. Отлично. Ах ты ж, сука, ну ладно, без проблем. А чё они такие быстрые-то? Так, ну окей, с этим мы справимся без проблем. Тут есть проход. Насквозь, это хорошо. Только вот прикол-то в том, что они бесконечны, как бы эти пузырьки, они постоянно меняются и применяются. То есть в этом ничего страшного-то нет. Окей. Еще один пузырек вообще не страшно, хорошо. Но это легко, конечно, легко. Это я могу. Это я умею. Смотри, как сделаем. Вот так, красиво. Чем меньше врагов, тем больше шансов выжить. Все же логично.
Блях, она здесь быстрые, короче, они быстрее меня. Ой, еще один появился, серьезно? Так, это уже нечестно. Вот так вот, сучка. Ну их, в принципе, логичнее убить, чтобы их не было вообще. И тогда спокойно собрать все вешенки. Только они вот появляются на ровном месте опять, сука, это плохо. А, нет, они с такой же скоростью двигаются. Я думал, я испугался, я думал, они быстрее меня. Но они не быстрее меня, они такие же. Такие же, не быстрые, все хорошо, нормально. Не надо так делать. Все четко у меня, все красиво. Все, нормалек, я выиграл, красиво. Опачки, блин, еще бы они не появлялись на ровном месте, было бы вообще честно. А так ни хрена не честно. Я их, главное, вышатываю, они, главное, опять появляются. Это улитка и гритка. Это, знаешь, это, наверное, что-то типа Стима. Вот это Стим. Не знаю. Вот это Стим. Ты в него заходишь, и тебе нужно проходить в нем игры. Все логично, еще раз пойду. Пойду еще одну игру. Возможно, мне понадобятся эти свойства где-нибудь в других местах. Стим, открой, это авторизация. Опа, ты авторизовался. Стим зашел, окей, дальше пошел. Стим, он затаскивает себя, понимаешь? Он тебя затягивает, ты ничего не можешь с этим сделать. Ну-ка, стопэ, ну-ка, затащи меня! Это когда, знаешь, это нет интернета, и ты такой, блядь, включи интернет, хочу играть в онлайн-игру. Это Тетрис, Тетрис. Я знаю, что мне нужно не проиграть, я все понимаю. Я понимаю, как работает Тетрис. В смысле?! Окей. Нужно держаться как можно дальше от этой поеботы, и все будет нормально. Клякса. А еще можно запоминать, где меня убило. Но это сюда ко мне не пойдет, это логично. Это я знаю, куда пойдет. Да-да-да. Палка куда идет? Ой, так... В смысле, ты вообще не сюда должна была пойти, палка? Бля, это есть прогресс, красота. Все, уходим. Такой нет фи... А чё по ответа сразу? Это чё за нич... Это чё за модификация Тетриса такая? Это слишком странный Тетрис, я такого не встречал. Окей. 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 Окей, и я выиграл. Да в смысле? Это блочек, чтобы я спрятался за ним. Наверное, да. Очень странный Тетрис. Я тебе говорю, первый раз такой вижу, блядь. Никогда не видел такого Тетриса. Или какой-то, как это странный модификатор. Ой, бляха, он двигается, серьезно? Ну, с этим я справился! А чё не взрываемся-то? Все, ну я просто игрун. Главный игрун на этой игре. В этой игре главный игрун. Спасибо тебе. Достань мне вишенку. Мне выбрать, что взять, но у меня 3 медали. Я выберу переключатель. Да, у меня 3, я все 3 выиграл. Ебать. Таблетка? Еба! Ну ты понял, что это. Я не буду произносить это вслух, потому что это... Уже давно не смешно и не актуально, но, блядь, это они. Таблетка синтола проскочила, да? Не ешь синтол, он вреден. А мне теперь нужны руки-удлинюки. Да помоги глазом-то, ёб твою мать, возьми. Отвалились.
это теперь не смешно, а мне как бы... Ну-ка нахуй положил быстро, блядь! Ну-ка нахуй положил быстро, блядь! Ну-ка нахуй положил быстро, блядь, он говорит. Что это за кукловод? Че это за огромное ручище, что... Это стандартное нужно делать, вот это движение. На таких моментах бы было весело. Ну-ка там не выебывайся, лысый. Сиди спокойно. Я понимаю, тебе грустно, тебе весело. Что... Давай возьму. Да куда ты, блядь, в баське лезешь-то, слышь? Ну-ка, Я сказал тебе на месте сидеть вон там далеко, понял? Нет, не двигаться. Вот этот крест. Это ты здесь сидишь, понял? Нет. Жопу в крест упер, никуда не двигаемся. Я тебе сейчас как... Выкинь его вверх. Сидеть, я свяжусь. Ты чё, никуда не вбил... Кто это такие? Это рука Кинг-Конга, я тебе серьезно говорю. Это рука Кинг-Конга, это Кинг-Конг какой-то огромный кинг-конище. Никаких чучелов в смысле? Его нужно усыпить, я понял. Здорово! Дай пройду, я чучел. Ах ты ж сучонок. Сидеть здесь, ублюдок. Я понял, нужно обратно туда и сказать ему, чтобы он откуда-то выполз. Чтобы выполз откуда-нибудь. Пойдем со мной. На. Куда пропало? Бляха, куда пропало-то? Нужно в дырку положить, ну-ка иди сюда. Твою же мать, как много. Да ты зачем сам-то его сожрал? Нужно в рот этим было, чтобы они не пели. А, ну можно и так. И еще 4 фрукта, ну конечно же. Да не выебывайся! Мне нужны 8 ног. У паука 8 ног. Мне тоже нужно 8. Или хотя бы 7. Сейчас мы каждый фрукт за... Не выебывайся там. А, ну теперь-то я уточка. Теперь только попробуй меня не пропустить. Я уточка? Я уточка-танцуточка.
Вадим, я старался, да, я старался. Пропусти меня теперь. Я утка! Эй, ты не должен был меня узнать! Сволота такая! Назад, хорошо. Хорошо, назад. Так, тогда зеленые пожрем. Что ты орешь? Ой, он выплюнул это. Ну-ка, иди сюда. А, ему тоже можно скармливать? Окей. Так, мне нужна вот эта ветка, да. На, засунь его. Нам нужно два паука, я все понял. Окей, один упал, допустим. Давай вот так. Вот этому отдай. Красиво. Да я знаю это, ну ты чё, я чё, дурок что ли я? Я прекрасно догадался, на вот, пожалуйста. Всё, не выёбываемся. Они поддерживают в нем жизнь или рассудок, или что-то, что мне нужно заблокировать, чтобы он не поддерживался, и все. Ну, красиво. Все, ну-ка за это не поем больше. Я тебя уделал, огромный ты упырь. Ну тихо, аккуратно. Да, сука, вишня, у меня назад, гандон. Опять рвал, ты понял? Ха! А, я уже двигаюсь. Да, отдай. Сучье желе. Я тебя сейчас высосу, сука, насмерть. Я тебя сейчас ебал разобью, отдай вишню. Пожалуйста. Сучья огромная тварь! Да вишню, сука! Ну ладно. Я еще вернусь! Удар в спину. Ах ты ж паскудина. Какая же ты тварь? Я подсказки жду. Сейчас ты на меня смотришь, я жду подсказки. Буду ждать ее в комментариях. Давайте на этом, короче, игра закончим. Блин, что-то трэшовое прям такое, знаешь. Не то, что трэшовое, оно поначалу показалось каким-то вообще просто безбашенным, а тут как бы... Блин...
козырный, на самом деле, игра мне очень нравится. Давайте до этого закончим. Ссылка на плей. Я думаю, я пройду ее. Мне она прям нравится. Она прям такая вообще, короче. Я первый раз такую хуйню встречаю. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ссылка на плей в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Твиттер, Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.